Всем здравствуйте, рада всех приветствовать. Сегодня мы нарисуем воробья. Рисовать мы также его будем пастелью, сухой. Потренируемся. Смотрите, что я вам приготовила. Вот такой прекрасный воробушек, уже взрослый, большой птенец. Ну что, смотрите. У меня листочек расположен по вертикали, по горизонтали. По нашей традиции мы также продолжаем все делить пополам. Сначала разделите сверху вниз по вертикали листок пополам, потом по горизонтали пополам на равные части. И эти прямоугольники разделите еще раз пополам. Следующее действие. У меня, смотрите, здесь уже обозначен овал, это туловище, и круг, это голова. Нам понадобится с вами хороший карандашик, стерка. И где мы рисуем, обратите внимание, где мы рисуем овал. Вот на пересечении этих центральных линий мы рисуем большой пузатенький овал. Потренируйтесь. Не круг, а овал. Овалы — это вытянутые кружочки. Вот, посмотрите. Практически большую часть мы здесь рисуем овал. Большая часть овала и маленькая. Наверху соединяется буквально с этим овалом круг. Это голова. Теперь что мы делаем? Нам нужно соединить, да? Туловище и голову. Вот отсюда мы прям ведем вот такую линию, соединяем. Здесь у нас дальше будет клюв и продолжение туловища. Вот отсюда мы рисуем клюв. Вот здесь вот так его закругляем. И от клюва идем вниз вот сюда. Закончили. Тут внизу мы сразу обозначаем одну лапку и рядышком вот такие вот прямоугольнички, вторую лапку. Ну, тут такие коготки мы рисуем. И здесь тоже. Вот и все. Просто такие маленькие треугольнички, коготки. Здесь три, ну, даже можно здесь, по-моему, еще четвертый есть. Его можно вот сюда добавить. Теперь нам нужно крыло нарисовать и от крыла хвост. Вот в этой области, смотрите, мы сейчас нарисуем вот такой вот тоже овал от верхней линии нашего туловища. Вот так закругленную линию. И выходим за пределы. Рисуем что? Крыло. Здесь мы делим его вот такой линией. Верхняя часть вот эта вот. И дальше мы просто указываем полосочки. И от крыла мы заканчиваем, рисуем длинный хвост. Вот такая вот линия у нас. Одна, и тут же рядышком вторая. Вот наш хвостик закончен. Но вот здесь, под крылом и туловищем, от лапок нам нужно вот такую линию провести. Все. А теперь стеркой по возможности. Все уберем лишнее. Оставим только линию плоскости, на чем будет располагаться наш воробей на земле. И глаз еще добавим. Практически мы тут закончили. Ну что,
Сейчас мы нарисуем вот тут вот глаз. Сначала большой овал, а внутри маленький черненький глазик. Ну все. Здесь мы можем вот эту линию убрать и нарисовать вот эту линию. Посмотрите. Даже еще овал, который у нас остался, мы его тоже убираем. Вот эти все линии вспомогательные, с помощью которых мы строили птичку, вот у нас теперь нету здесь этих линий. Мы нарисуем сейчас вот эту линию. Расстояние должно быть обязательно. Вот так. Все. Ну что, будем красить? Надеюсь, вы справились. Линия плоскости чуть ниже середины. Вот она. Пастель у меня сухая. Цветов много разных. В основном все у нас коричневые цвета. Теперь я беру самый светлый цвет. Ну, например, вот такой. Вот такой еще есть самый светлый. И начинаю прорисовывать нашего воробушка. Что мы делаем всегда? Мы сначала прорисовываем, потом занимаемся растиркой. Пытаемся, закрашиваем. А потом пальчиком вот так вот растираем. Ножки. И с этой стороны тоже. Так. Теперь возьмем вот такой цвет, такой рыжеватенький. И займемся крылом и головой. Вот так. Дальше можно немножко голову подкрасить этим цветом. Это не основной цвет. Тут еще будут добавляться цвета. Старайтесь глаз не закрашивать. Вот здесь мы обозначим этим цветом вот такой треугольничек. Обведем немножко ножки. Так, а теперь еще возьмем темный цвет. У меня вот такой вот прям темненький. И здесь немножко обведем. Еще есть у меня вот такой вот цвет темный. Смотрите, да, как он отличается. Он уже другой немножко. Вот сейчас вот я хвост им закрашу, и вы поймете, что это за цвет. Вот видите, он немножко светлее. А этот потемнее. Сам воробей, он вообще такой серо-коричневый. У него много цветов. Коричневых, сереньких. Так, теперь перейдем чуть-чуть на голову. Туловище немножко. Перемешиваем здесь эти цвета. Не обязательно все закрашивать. Можно чуть-чуть карандашиком где-то нарисовать, а потом просто
просто пальчиком растереть. Вот так. Теперь еще есть такой вот рыженький цвет. Прям вот рыжий-рыжий цвет. Чуть-чуть еще проходимся здесь. Так. Сюда идем. Вот. И заходим сюда наверх. Вот как. И тут же хвост этим цветом. Вот такая вот птица у нас. Теперь мы берем более такой насыщенный цвет. Еще подкрашиваем здесь, чтобы он не был таким светлым. Если есть серый, возьмите серый и пройдитесь сверху прям серым цветом. Потому что воробей, он такой сероватый. Пробежались. А теперь берем темно-коричневый, делаем наши ножки, клюв. Коготки. У меня все сыпется вниз. У вас на столе, я представляю, что сейчас творится. Сыпучий. В следующий раз попробую масляной. Приготовьте масляную. Так. И можно вот такие черточки прям делать. Сейчас мы ничего растирать не будем. Так, пробежались. Другим цветом пробежались. Тут же. Еще темного цвета добавили перышек нашему воробью. Перышки мы, да, делаем как бы обозначение. И серый цвет добавляем. Вот как. Ну, немножко можно здесь где-то чуть-чуть выделить. Так, и немножко еще добавить серенького. Вот так вот пофантазируем немножко. Вот такой вот у нас воробей. Ну что, мы с вами закончили, молодцы, птичку, да? Что мы теперь сделаем? Мы можем травку сделать таким же способом, зеленым цветом здесь вот так вот провели, прям вот так карандашик положили. Смотрите, что я сейчас сделаю. А потом вот таким легким движением. О, все, травка наша готова. Здесь полностью зеленая, здесь коричневая. И также можно сделать небо. Берем голубой цвет, любой, какой вам нравится. Вот так вот. Ну, здесь чуть-чуть. И пошли своими пальчиками все это
растирать. Вот такое нежное получается, красивое небо. А глаз мы чуть не забыли. Немножечко черного на клювике. Сюда чуть-чуть. И наш глаз внутри. Вот так. Все. Молодцы. Желаю вам удачи. До скорых встреч.